Наша съемочная группа побывала в Никольском храме села Ермолино, где почтить память святых апостолов пришли прихожане со всей округи. Я пришла первый раз причастить ребенка после крещения. Вот. И хорошо, что получился сегодня праздник в этот день, Трое Павла. Такие разные. Разными путями они пришли к Богу и стали истинным оплотом веры христианской. Апостол Петр с самого начала был верным учеником Спасителя. Трижды отрекался от него, но, раскаявшись, был прощен. Апостол Павел вначале был, наоборот, врагом Христовым. Он не верил в него, считал лжепророком, а потому был ярым гонителем христиан. Но, встретившись лицом к лицу с Иисусом Христом, Павел стал совершенно другим человеком, одним из самых великих и преданных проповедников Христова учения. И в один день, объединенные делом служения вере, они приняли мученическую смерть. Память святых апостолов Петра и Павла, первоверховных апостолов, вот это образ как человеческого падения, так и человеческого раскаяния и усердного служения Богу и людям. Почитая в этот день память первоверховных апостолов, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ согрешающих и исправляющихся.